Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы в Всадники Олуха. Ну что, восьмой день, забираем тусклый янтарь и смотрим, какое у нас сегодня событие. Свирепые против хранителей, да, ребята, правильно вы написали. И, ребята, хорошо, что я вас послушал. Да, сегодня храбрые против хранителей, как ни странно. Так, давай-ка мы, наверное... Ага, дерева нету. Так, подожди-ка, тыква. Ага. Новый ивент у нас, друзья мои, тыквы. Так, здесь что нам выпадет? Тусклый янтарь, да тусклый янтарь. Вы достали меня уже своим тусклым янтарем, если честно. Постоянно его дают. Так, сумка какая-то выпала, еще там сумка. Но, друзья, насколько я помню, мне нужно нюхогорба или кого там искать-то? Яйцекуса. Яйцекус нам нужен, поэтому... Не понял, что я тебе? Я же тебя отправил на поиски. Начать. Поиск. А! Не установил, понял. Все. Так, значит... Что нам нужно? Нам нужно, ребят, собрать, во-первых, все ресурсы, которые есть у нас тут. В свободном, так скажем, доступе. Так, лети. Давай, лети за древесиной, так уж и быть. 13 миллионов. Мало он, конечно, приносит, мало. Даже не знаю, стоит ли мне его отправлять. У меня, по-моему, есть там... Намного серьезнее. Подожди-ка, чего? Так, ну-ка вернись. Ага, шипотень, это премиум. Пока пускай летит. А дальше будет видно, что нам с ним делать. Так, Буйволорд принес мне ресурсы. Так, здесь у нас модификрылка получила уровень. Слушай, оно же приличное количество будет приносить нам рыбы. Вот если бы у меня была бы возможность ее прокачать еще на уровень. Так, 2000 нужно, да? Не хватает мне. В любом случае отправляем за древесиной. Так, здесь что нам? Я почему-то думал, все самые слабые, ребята, яйца достались. А, нет, не скользкопев. Это кто у нас? Я уже не помню. Ну не водорез же. Нет, это... Приливной планер. Хорошо. Так, модификрылка, давай пока за рыбой лети. Так, этому мы нарежем новое приключение. Ну, давай так сделаем. Все, он полетел, короче. Так, спускаемся вот сюда. А, древесина, древесина. Может быть, нам все-таки его за рыбой отправить, а? Ребят, пускай, наверное, за рыбу все-таки летит. Что-что, а рыбы у нас всегда мало. Ну, а ты что мне принес? Понятно. Ничего существенного он нам не добыл. Так, я смотрю, у меня полный завал по дереву, по древесине. Ну что ж, давай тогда отправлять, раз полный завал по древесине. Пускай мои... Удальцы летят. Ну и, как говорится, собирает ее. Так, здесь вроде бы все. Давай посмотрим, что у нас тут. Что нам выпадет? Либо тусклый янтарь, либо яйцо. Брошь они фиг дадут. Угу. Это у нас морозный дракон. А, нет, это шепот смерти. А что это я подумал, что у нас... Не знаю, ребят. Сокращает время приключения. 3600 как раз можно было бы приобрести, но я не хочу, ребят, тратиться. Здесь либо шестеренка, либо, мне кажется, яйцо. Вряд ли они меня на пак согласятся. Но, скорее всего, да, шестеренка. Ну все, забираем.
И отправляем еще в одно приключение. Так, здесь у нас что? А здесь 100%, ребята, тусклый янтарь. Вот. Как пить дать? Еще и дают, где меньше всего, да? Ладно, отправляем его тоже, ребята, в приключение. И остается у нас Грамгильда. 12 рун. Ну что, пускай продолжает тогда путешествие наше. Забрать там непонятно, что забрать. Ну, пускай забирает. Костолом. Давай за рыбой. Ага. За рыбой-то никак. За рыбой-то никак, у нас все рыбные места уже заняты, получается, да? Ладно, давай тогда забирать у этих. Так, тут вроде бы все. Ну что? Сломанный меч. Ищи. А ты, как всегда, со своими мухоморами, да? Давай, иди ищи. Йохан, у тебя-то что? Ничего нету. Ничего нету для меня. Ну что ж, давай монеты. Кревет, Громель, Стальной Проныра. Ага, вот так вот. Ну, где тыква? Вот она, маленькая тыковка. Заберем здесь награды. Жатвенница. Такое само по себе слово, да? Жатва. Не очень доброе. Костолом, Громоль, Кревет, Шторморез, Пристиголов, Дымдышащий и Алая Плеть. Все, больше тут ничего нету. Так, а мы же... Да, это последний пак. Тут ничего хорошего нету. Ну что, погнали на события, друзья мои. Свирепый против хранителя. А, да кану еще на одну заходку, ребят. Самое приятное, что здесь будет 150 рун. Да, это, наверное, самое приятное из всего, что здесь дали нам на выбор. Такс. И они, да, и они все, друзья мои, стражи. Я думаю, что громобоя пока можно не трогать. А вот Громельку надо, ребята, уничтожать. Желательно быстрее. Иначе, как обычно, фаербол, и все это полетит в меня. А уже сейчас, наверное, и полетит, нет? Так, две волны здесь. Замечательно. Да, в плане, он еще и вышел, прикинь. Я думал, я его добил, ага. Так, Лаварыга Сороича можно не трогать. Начну с Костолома. Ну что, массовый давай. Так, ну на этого что можно сделать? Ну, повесим, наверное, на него ослабление. И остается только лишь добить. Вот и до свидания. А вот и наша рулеточка. Да, древесина. Хотелось бы, конечно, получить два прилива сил, но мне кукиш показали с маслом. Так, забираем с тобой пак. И переходим дальше на поединок. Так, 150 рун, это будет 1700, ну почти 1800, ребята. Какой 1800? 4800, да? 34800. Слушай, а вот здесь вот два костолома.
Я не помню, кто из них противнее. Вот этот, по-моему, если не ошибаюсь, он пуляется огнем. Дышит огнем. И разбег у него тоже есть. Угу. Промахнулся со своим разбегом. К счастью для меня. Так, бьем. Добиваем. Переходим на последнюю волну. Ну что, я начну с Громоля. Хотя вот этот Громоль, по-моему, не такой опасный. Или он фаербольщик? Не, по-моему, он фаербольщик, да, ребят. Но этот громобой мы все прекрасно знаем, что он делает. Так что он не особо для меня, как говорится, сейчас в приоритете. А он того надо ханыгу замазывать. Вот, и давай здесь теперь вылуплять. Да куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь, парень? Зачем ты так? Взял, заблокировал мне способности. А ну ты посмотри. Зачем так делать? Зачем так делать, если можно ему прям в лицо, ребята, напинать? По полной, блин, программе. Вот и все. Очередное колесо. И здесь нам достается древесина. Этой древесины и так девать некуда, они мне еще подсовывают. Ну, а вот, ребята, и руны. Так, ну что, 3774. А я что-то там 37 тысяч уже насчитал. Что-то вообще перегрелся по ходу дела. Или не выспался. Весь день проспал и не выспался. Нормально. Так, здесь у нас 16-17. Но я не знаю, ребят, мне кажется, вон тот он будет поопаснее. Они хоть оба толкающих. Но что-то мне подсказывает, что у этого все равно будет мощнее атака. Скорее всего. Поэтому давай, наверное, как можно быстрее сейчас с ним разберемся. Но нам не избежать удара. На 4, да? Сейчас. Слушай, ну нет. Пока ничего такого серьезного не случилось. Но вот сейчас, ребята, может случиться. У него 4... Ой, 5 энергии. Он сейчас может разбег сделать. И хорошо, что это оказался Костолом. Потому что у Костолома, ребята, есть, как тебе сказать, физическая защита против стражей. Так что это нормально. Вторая волна. Так, их уже здесь трое. Да нет смысла, наверное, пока так делать. А что, серьезно, что ли, получается? Здесь прям вот во всех этих будут стражи. И босс будет страж. Скорее всего. Ну это... Посмотри, а. Ты посмотри, что он сделал. Он специально так сделал, ребята. Заблокировал мне способности. Жук навозный, а? Надо бомбить его. Достал меня в корень уже. Так, они сразу же переключаются на Барсика. Что же вам Барсик-то сделал, а? Иродовые такие. Ну, у Барсика бочка такая на шее здесь. Кольца, топорик сзади. Дровишки. Нормально так выглядит, да? Опять он со своей блокировкой. Напрягает, а? Вот в этом, ребята, вся проблема с этими стражами драться. Что они очень сильные. По идее, в эту команду нужно брать чисто красных, чтобы они наносили хороший урон. Ну, давай глянем, что тут нам выпадет. Ну, плод мудрости не дотянул чуть-чуть, не дотянул, к сожалению. Ладно, друзья мои, забираем с вами блестящий янтарь. Значит, у нас сейчас пойдет мини-босс и босс. И я сейчас, знаешь, что хочу глянуть? Я, может быть, вместо... Блин, я хотел, ребята, Барсика заменить. Фига себе, 3 Костолома. Вот это да, вот это, ребята, жестко. Ну, 3 Костолома, куда, блин? Смотри, что творит, а. Я не знаю, на что они намекают. У них еще 4 энергии, и они сейчас будут бежать, сломя голову, кого-то бомбить.
Видишь, как повезло. Молодец. И нет, переключились. Я думал, сейчас будут все равно бомбить именно Барсика, но нет. Что, хиляемся, наверное, да? Так, хиляемся. Бомбанул все-таки. Что-то как-то они часто ходят. Блин, я же не знаю. Ну давай так сделаем. Добьем его. Да ты заколебал уже, а? Так, нам срочно нужно будет сейчас залечить раны. И это только первая волна. Ребята, впереди еще босс. Точнее, мини-босс. Твою налево, блин, а. Давай, наверное, так. И вот так сделаем. Сейчас они все втроем сходят. Далее ходим мы. Мы добьем с помощью отхила. Должны. Так, и добивать нам надо вот этого костолома. Сейчас побежит. Здоровски. Здоровски бомбанул. Я боюсь, мы потеряем, наверное, Барсика нашего. Мне почему-то так кажется. Ладно, фиг с ним. Потеряем Барсика, зато у нас еще будет кем отбиваться, ребят. Понижаем защиту. Делаем укус. Так, что, отхилимся, наверное, да? Хотя смысл отхиливаться. Давай так, наверное, сделаем. И укус. Добиваем. Все. Ну что, посмотрим, что нам тут достанется. И достается нам древесина. А вот и последний, заключительный... Блин, я опять забыл поменять, да... Ну что за непруха, а? О-хо-хо-хо, вот этого надо, ребят, валить в первую очередь. Это же у нас Громорог. И не забывай, что он бафер. Так, Барсик, по идее, должен его уничтожить, потому что он на пониженной защите. Отлично. Так, тоже интересно, тут боссом будет у них, а? Мне кажется, что здесь будет боссом Ветрокрыл. Почему-то мне так кажется, ребят. Могу ошибиться. Только не добивай, пожалуйста, мне Барсика. Не добивай. Фью. Барсик, живи. И радуйся пока. Так, ну что, у нас остается только прилив сил. Повезло, что он промахнулся. Давай хильнемся, наверное, на дорожку. Ну, я же тебе говорил. Я же тебе говорил, что Ветрокрыл будет. Теперь вот нам надо как-то с ними тут по-дикому разбираться. Ясен перец этот будет, ребята, в первую очередь у нас в слепоте находиться. Но для того, чтобы ее включить, подожди-ка. Ага, успеем, да? Успеем, получается. Должны, ребята, успеть. Потому что ему нужна фулл энергия, чтобы сделать массовую атаку. А вот этот...
Барсику досталось. Ладно, поехали. Начинается. Оу, потеряли бар... Нет. Добивай. Все, ребята, ну что? Этот парень в наших ежовых рукавицах оказался. И он уже здесь сделать, к нашему счастью, ничего не сможет. Посмотри, сколько у него там здоровья. Да-да-да-да-да-да. Предсказуемый пацанчик. Угу. Ребят, ничего пока не тратим. Фокусируемся просто на своей силе. Плюс вот вешаем слепоту. Что-то как-то у него так здоровье отнимается медленно-медленно. Посмотри. Вообще по мизеру. Я его так замучу сейчас бомбить. Поехали. Так, так. Само собой слепота. Само собой, ребят. Да. Хочется, конечно, с ним, ему понизить защиту, ребят. Очень хочется, но нельзя. Пока нельзя. Пока не имею, ребят, на это права. Кусать, да, кусать могу. Но не более того. Так, опять слепота. Ну что, меньше половины. Сейчас уже, наверное, можно, друзья мои, ослабить его. Ты смотри, что творит, а? Ослабление. Только не хиляйся, пожалуйста. Ну, Барсик, добивай его. Есть. Ну что, ребята, давайте глянем, что нам выпадет здесь. Тут выпадает рыба. Все. И забираем наши 200 конфеток. Ой, как много. Да, она, конечно, того не стоит, ребят. Так, ну что, забирай. А, рыбу я не могу пока забрать. Давай загадочный пакет открывать. Шторморез, ужас, древоруб. Так, второй загадочный пак. Громоль, костолом, кревет. Вам сообщение, страшная охота. Угу. Можно открыть, не забудьте чаще заходить в систему. Понятно. Двенадцать дней. Валилюб. Жути-шут. Ладно, пока не будем тратить. Так, подожди-ка, рыбу, рыбу, рыбу. За рыбу у нас есть охотники. Охотники. Да-да-да-да-да, вернись. Полетел. Так, а я не помню, мы древорубы с тобой 400... А, 450 древесины нужно. Все, древоруб тоже, ребят, полетел у нас. Ой, древоруб. Фейерверк. Уже все в голове каша. Так, а этот у нас... А этот у нас и так, где надо, ползает. 450, нет, не хватит. 330, ну, не хватит и не хватит, ребят. Ну, ну что я поделаю, если не хватает. Да. Ну что ж, ребятушки, тогда на сегодня все. В следующей серии у нас, наверное, будет
схватка за паки. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.